Привет, ребят! Я Светлана Бараковская, а это видео на канале интернет-магазина товаров для активной жизни Профирайдер. Мы продолжаем знакомить вас с рюкзаками польского аутдор бренда Penner и сегодня под прицелом модель X-Lite 25L. Целевой сегмент – школьники, студенты и офисные сотрудники, все, кому никак не обойтись без мобильных девайсов и ноутбуков в повседневной жизни. Несмотря на сдержанный и аскетичный дизайн, среди брендовых аналогов наш рюкзак выгодно выделяет небольшой вес, высокая износостойкость, удобная несущая система, а главное – эргономичность. Модель универсальная, подходит для активного использования в условиях города и однодневных пеших походов. Предлагается в двух цветовых сочетаниях – в черном с ярко-оранжевыми элементами и в черном с деталями насыщенного салатного цвета. При знакомстве с изделием в глаза сразу же бросается эффектная зубастая спинка, придающая рюкзаку несколько суровый вид. Однако это не просто свободный полет дизайнерской мысли. Задняя стенка, помимо обеспечения прекрасной вентиляции, выполняет массажную и стабилизационную функцию посредством четырех ребристых накладок, изготовленных из дышащего материала и обшитых сетчатой тканью. Из такого же вспененного материала изготовлены и лямки рюкзака, обшитые перфорированной тканью двух типов, чтобы поддержать должный уровень воздухообмена и уберечь кожу от натирания либо сдавливания в момент повышенной активности. Не часто обращаю внимание на податливость фиксирующих элементов, но в данной модели легкость обращения с ними поразила меня буквально сразу же после знакомства с зубастой спинкой. Их плавная и послушная регулировка позволяет подгонять рюкзак для более плотной посадки и его стабильного положения прямо на себе. Комфортному пользованию изделием способствует и набедренный пояс с широкими боковыми панелями. А вшитые в них с наружной стороны небольшие сетчатые кармашки удобны для хранения подручных мелочей и малоразмерных девайсов. Кстати, об устройствах. Под их размещение предлагается два основных отдела. Задний располагает карманом А4 для безопасного размещения ноутбука с диагональю до 17 дюймов. Хранение компьютерных аксессуаров, документов и прочих важных мелочей идеально в отделе спереди. Что касается бонусов, модель снаружи имеет крепление для трек-палок, небольшие светоотражающие элементы и расположенный внизу рюкзака прочный ножевик. Я вижу, здесь кого-то заинтересовала эта модель. Тогда мы не зря оставили ссылку на наш сайт в описании к видео. По ней можно и купить, и задать вопросы о товаре консультанту. Будем рады вашим комментариям, а также подписке и лайкам. С вами были Светлана Бараковская и интернет-магазин товаров для активной жизни Профирайдер. Спасибо за просмотр. Увидимся.